Че, вот-вот. Пока никуда. User joined your channel. User left your channel. User left your channel. User joined your channel. Чек. Алло. Блять, у меня на стул. Пойду УАЗик лупать. User joined your channel. User joined your channel. User joined your channel. User joined your channel. Так, парни, жаль вас расстраивать, я уже поеду. Нет, подводник. Давайте грузим. Чё за хер? Чё, погнали? Чё, можно? Кто за руль-то сел? А, фристайм, ёпт. Пацаны, фристайм, я не хочу вас расстраивать. Не надо точку ставить. Чё, вместе поедем? Поехали, я с РЕН. Блять, а куда DC Фоксы садятся? Ну я на своем УАЗике поеду тогда. В принципе, есть лишний. Пацаны, пацаны, за мной, тут есть УАЗик. Фристайм, что до сих пор? Фристайм, блять, ебаный рот. Проверка рации. Есть проверка рации. Сели? Сели. Зачем запилили фристайм? Кто за руль сейчас есть? Нет, нету. Блять, вышел, я за руль сяду. Бегу. Сел? Да, да. Все, валим нахуй, валим, блядь. Даже у самого ГП, блядь, есть GPS. Как так получилось? Блядь, у меня походу рация нету. 224? Проверь. Рация на кнопку А. 2-2-4-0-0-0 Чек, дизастера, слышно в рацию? Так, фабрику, фабрику. Главное на фабрике, в районе фабрики выскочить нахуй. Проверка, блять, солку идем потом. Чек, чек. Если что, сразу выпрыгиваем, как поняли. Босса, наверное. Так, скоро фабрика. Солнечным завязался бой, блядь. Так, факторка, пацаны, готовимся. Если что, с левой стороны враг будет, возможно. Все на шопот, все на шопот. Вижу врага, по ТВ докладываю, вижу врага. Это ДС, видим врага. Блять, прямо от нас, идем за ним, идем за ним. Правее будет сейчас, правее. Водник в ту сторону хуячит, передай воднику, что правильно идет. Водник, правильно идешь за... Поздно, водник свернул. Есть кто-то ДВ? Есть. Готовимся, контакты возможны где-то. Блин, да где эти мрази нахуй? Вижу, прямо по курсу, Далеко?
Да вот по дороге едет, блядь, свернул. Блядь, ты только нас в жопу не заведи. С правой стороны смотрите, с правой стороны смотрите. Сзади, вылазим, вылазим, огонь, огонь, огонь. Пацаны, живы? Да. Давай, давай, пошли воевать. Метку можно ловить? Асьфу на него. Асьфу, блядь, 160, 160. Это по снайперам солнечного хуярит. Кухни, не вижу. Да вон, блядь, за лесочком, блядь, за лесочком на 160. Все на шепоте. 160 где-то ориентировочно. Проходим, проходим. Прикрываю. Бой, не слышите, что ли? Кто в УАЗике? Рядом с УАЗиком кто-нибудь оставил. УАЗик заглушите кто-нибудь. Давай, 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 пацаны, проходим вперед маленько. Вон бегают аутисты. Это наши, походу, слышь? Да, блядь. Окей, блядь, ищем врага, там война идет, нахуй. Передайте, что мы тоже заходим в деревню. Какая деревня? Долина. Так, арендовываем. Принято, я сейчас метку на врага дам. А, так, это Ирия, у нас тут есть? Контакт. Сейчас нет. Поставим метку, мы встретимся на РЕшниках. Где? Прошли РЕшников, нет? Хер знает, кто-то в деревне сидит. Западнее, западнее. Поставь на нас метку. А вот Ирия пункта поставь. Противника вроде бы ликвидировали, но могут быть одиночные выжившие. Кук, вроде там ликвидировали противника, но могут быть выжившие. Так, сильно, сильно на севере, блядь, война идет. Ну, северо-запад, где-то так. Вот, возвращаемся, поедем сюда. Кто еще не около машин? Я не около машин. Оно не в машине. Да погнали! Метку убери, поставь метку на север куда-нибудь, блядь, что там фоксы. В машине. На север со... Так, кто не в машине? Кто не в машине? Все в машине. Да, блядь, в районе этого, нахуй, поставь вот отделение где-то. Все в машине. В районе орловец, факторка, туда-куда-нибудь. Вот на факторку поставь, блядь, стрелочку, как в кружочек.
А это что за хуйня стоит? Хаммер, хаммер, еще один. Хаммер, не саживайся. Подожди. Это Фокс, мы захватили вражеский хаммер, едем в Солнечный. Внимание, Фокс въезжает на Хамбике в Солнечное с запада. Отделение Фокс въезжает на Хамбике в Солнечное с уже с северного направления. Это Фокс, входим в зону с северного направления. На 130 у дома. Ёбну. Нет, не наш. Проходим дальше. Чистим, чистим, чистим. Контакт на путях железа. У желтого домика. Внимательно, где-то еще пулемет. Попробую прикрыть.
Перебегаю на другую сторону. В доме на первом. На втором этаже чисто я. Еще одного ёбну. Здание, второй этаж. Убил командира пулемета. Так, ну я задание под тобой. Принял. Осматриваю. Так, ухожу еще, Коди. Пока могу. Это Фокс, мы в Солнечном уничтожаем спецназ против. Кук, ты же... Пацаны, нам подмога не нужна, там ребята хотят. Да хрен его знает, что-то у нас вроде Кук погиб уже. Кто живой? Принято. Приняли. Если будем умирать, позовем. Так, оно дает к востоку, к воде. Это КНД, построение карьера, сейчас будем спускаться в город. На. При... Так, слышали пулемет? Откуда? Вот это был не я. Так, вижу хамвик на берегу стоит. Пустой вроде. Кто сейчас по дороге бежал? А, да, внимательно, пацаны, КНДшники еще входят в город, так что не перестреляй. Уже душа, кукурузер правильно всех привез, да? Ну я видел, да, от души постреляли, да. А меня там в железочке я...